Актуальная и точная оценка погоды от YouTube канала Андрей Орешек. Приветствую. Сегодня 28 сентября 2022. Среда. 13:00. Температура воздуха плюс 14 градусов. Небольшой дождь. Ожидается днем плюс 16, ночью плюс 7. Влажность 94%. Точка росы 13 градусов С. Давление 1001 бар. УФ индекс. Низкая. 2. Видимость 10 километров. Общий суточный осадки 3 миллиметра. Ветер южный, легкий. 10 километров в час. Восход солнца 7:01. Заход 18:52. Рассвет 6:29. Истинный полдень 12:57. Сумерки 19:23. Продолжительность дня 11 часов 50 минут. Индекс качества воздуха 39. Хороший, идеальный день для прогулки, пробежки и рыбалки. Поздравляем с днем рождения Сарафиника Петр Яковлевич, 56 лет всего лишь. Желаем здоровья, счастья и успехов. Будьте здоровы и счастливы. Подписка, лайк и комментарий. Говорит показывает винный центр Украины, Исто, Пугам, Перлына, Падилья. 28 сентября 2022. Обильная облачность. 10 баллов по шкале Александра ВВС. Желаю успеха и благополучия. Голос. Орешка. До встречи в YouTube-канале и в реальной жизни. Орешка. С вами. Ауфидузейн. Goodbye. До встречи. Всем успехов и благополучия. Золотая осень. Thank you.
счастлива! Счастлива!